Вот петух кукарекает, а мы не успели за ним. Против света, нет солнца. Ага. Я говорю, я так сняла это. Чисто контровый нектарник. Вот он, вот он. Птенцы. Вот и так делают тоже гнезда. Вот аппарат не взял. Чье же это гнездо-то? На таком дереве гнездо. Кустики. Вот, может быть его. Бюль-бюля. Петра Щекова. Боже, что я этим аппаратом снимала, а? Мы тут и не скажем, что я хочу снимать. Что было гнездо. Вот. Пестрощекова бюльбюля. Он сидел, вот который прилетел, он там и сидел. Это знаешь, желтогузый. А мне показалось, что-то здоровое. Это желтогузый бюльбюль. Ну, какой большой, крупный. Цыплятами, уже с крупными. Цыплятами. Если я их шугану, посмотришь, как полетят, а? Нет. Давай. Снял? Куры. Дикие куры с большими цыплятами. Курица. Он только возвращается. Вот как выглядит дикая курица. Ее цыплят. Куриная мать. Вон она. Цапля. Слушайте, а вообще вылитая киви. Цапля. Ну как цапля-то? Цапля. Стоит на лапе на одной. Цапля. Отвлекла нас от курицы. Сейчас посмотрим в бинокль. По-моему, это... Боже. По-моему, это обычная вот эта оливковая. Самец оливкового, насколько я сюда вижу, брюхой. А клюв-то какой длинный. Самец оливкового брюхой. А это не хвост у него, это от ветки кусок. Это ветки кусок, она да, сама вот. Кроха. Вот. Но она не видит в бинокль, у нее очки. Не. Да сейчас. Мой. Кто бы знал, чем занят сейчас Николай Николаевич. Николай Николаевич, что ты там делаешь? Прогуливаю зверя. Поверни голову и скажи. Зверя прогуливаю. Вот так. Броненосца. Вот он его возит с собой в бутылке. А сейчас у него броненосец на прогулке. В листве, в опаде. Он считает, что так ему хорошо будет. Он развернулся хоть? Развернулся и одним листом накрыл, а он по другой залез. Цапля.
китайской продавая цапля волчок. Темная спина какая вся. Да. Это что за спина? Не знаю. Ух ты. Кормится нектарница. А это, похоже, самка ее. Интересно. Красные шапочки. Красные шапочки нет. Что нет? А. У самки. Никто не там. Видишь? Да. Да, полосатая. Знаете, Евгена, есть какая-то там полосатая нектарница. Куренькая, прям видно, как она ест. Плодик какой-то взяла, вот она его уронила. Да, запись идет. Давай, давай, вот опять прошла. Да, хорошо. Снимаешь, да? Конечно. Коль, как она ест этот плодик. Да, да. Ну вот мы ее там сняли. Где там-то? Около дома. Какая красивая. Я другие дома работаю. Вот мы вообще все кончится. Мы приехали. У меня еще целое. Все. Спасибо. Птенец какой-то, Коль. Слабо окрашен. Сейчас в таком хорошем свете во всем. Да своим бы можно было снять аппарат. А это всегда так. Здорово. Здорово. Это маленькая нектарница, очень маленькая. Грудая. Красноспинная. Только спина красная. И как огненная спина. И на голове красная. Так не знаю, не сталец какая еще. Еще
Мустерница такая серенькая. Побежал Жасмин. Пай-пай-пай, рел-рел-рел. Сейчас будет барбекю. А, Утай, молодец. Средний день в Каусоке. Сидим с голландцами, бабу их тоже позвал. Им готовить лень. Они всего одни живут. О, и пьем этот тайский ром. Там родственники сидят за ноутбуками. А ой, работает, торгует. Мини-маркет. Тай стоит, пьет пиво. Уже темно, камера плохо берет. Вот, с бабушкой. Плохо тянет камера, но... Жасмин. Они говорят, что мама готовит лучше, чем... При... А мама-то нет. В том, что... Намкэнг. Намкэнг. Рухни! Краб. Ну... Мини-бат. Мини-бат. Вот Тинай Тини. Откуда я знаю, кто такой Тинай Тини? Бьянка. Дюмнедной. Окей. Ты мог на, тумни, тини. Thank you very much. Спасибо. Окей, хорошо. Bye-bye, тумни. Окей. Ты мог ен. Good work. Ручак. He says goodbye-bye. Тини. Cup is bye. Bye-bye. It's real Thai or not? Cup is bye-bye. Bye-bye. Go home, salut. No. Маяк, бай-бай. Маяк, ой. Бао. Утай, маяк, бай-бай. Difficult. Давай, я хай нам бапе, ты. What is cup name? Cup like a sir. Like a? Like a thank you, sir. Thank you, sir. Little bit. Нет-ной. Бюль-бюль на зеркале машины. А, там, наверное, где-то. А. С маленького бюль-бюля. Дерево похоже на помелу, вот на дереве, на листе. Вот такие маленькие соты, на них сидят то ли пчелы, то ли осы. Я думаю, это ос. Строит дом.
мухоловка. Даурская. Или азиатская серая мухоловка. То ли малькоха, то ли... Нет. Очень похоже на малькоху, но головы нет. Лист какой-то такой хитрый. เกษตรสำหรับปลูกไม้ดอกไม้